Площадь имени Бориса Немцова и аллея Анны Политковской появились в четверг в Праге. В честь Немцова переименована площадь под Каштанами, на которой расположено здание посольства Российской Федерации в Чехии. Аллея Политковская расположена в парке Стромовка, к которому примыкает диппредставительство. В церемонии приняли участие мэр Праги Здена Грижб и дочь убитого российского оппозиционера. И любой человек, который работает за этими стенами, который в оппозиции, который дежурит на мосту, все люди хотят жить в гуманном обществе. А в России все понимают, что люди могут обернуться против них. Инициатива мэра Праги вызвала критику со стороны президента Чехии. Его пресс-секретарь назвал решение однозначно политическим шагом. В Кремле власти Праги призвали также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов. Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.